Добрый день. Я рада вас приветствовать в компании Faberlic. Меня зовут Линда Анкориня. Я являюсь региональным менеджером стран Евросоюза. Сегодня у нас будет особый вебинар, чтобы новым клиентам, новым консультантам и партнерам по сотрудничеству было легче определяться, где что находится, и кому что можно спрашивать, и даже что нужно спрашивать. Я хочу вас попросить, если вы можете, пожалуйста, напишите в чате, хорошо ли вы меня слышите. Благодарю вас. Ну так начнем. Начнем с знакомства с компанией Faberlic. Рада сообщить, что компания Faberlic уже более 20 лет является партнером в мировом рынке. И партнером является для многих нас, которые сотрудничают с компанией. Кто-то уже 20 лет, кто-то, возможно, сегодня только в первый день. Кто-то в Латвии, кто-то в Ирландии, кто-то в России. Компания Faberlic – создатель и производитель кислородной косметики. И это действительно самый такой основной продукт в нашей компании, как раз кислородная косметика, потому что с ней все и началось, с ней началась история нашей компании и развитие нашей компании. На данный момент мы имеем более 10 тысяч наименований продукции, но сама основа всегда останется наша кислородная косметика. Кислородная косметика – это не потому, что в нее запустили пузыри кислорода. Нет, это потому, что создали формулу эмульсию, которая имеет такие свойства, как из воздуха отделить отдельно отделить кислород. И вместе с этой эмульсией, которая взяла на себя кислород, вместе с замешанной в продукции, и вместе с этим продуктом уже проницает в наши клетки, в нашу кожу. И как у нас сами, мы знаем, как хорошо это, когда открываем окно, получаем свежий воздух, насколько мы сразу чувствуем себя энергично, без всяких дополнительных энергосредств. Без кофе, без других стимуляторов хватает уже частично того, что мы получаем кислород. Также наши клетки начинают оживать, начинают более активно работать, уже при том, что получили кислород. Ну а все добавки, которые еще идут в нашей продукции, это, конечно, еще способствует дополнительные условия для того, чтобы кожа была красивой, чтобы мы хорошо выглядели, чтобы себя хорошо чувствовали. Это компании прямых продаж. Это означает, что у нас нет посредников больших оптовых компаний, которые перекупают наши продукции. Это означает, что у нас нет посредников складов отдельных, нету торговых каких-то магазинов. У нас нет посредников консультантов, продавцов, которые, возможно, не очень хорошо знают наши продукции. У нас идет прямая продажа, это означает, или вы по прямому приобретаете продукт у компании через интернет, или вы приобретаете продукт напрямую от нашего консультанта. Поэтому это прямые продажи, это способствует более качественному продукту, более заинтересованным нашим консультантам, которые могут консультировать вас, и более быстрым получением продукта как раз производителя к нашему клиенту. Это возможность выбрать продукт через каталог или смотреть в интернете. Вы можете листать его 24 часа в сутки. И приобрести продукт вы можете или сами зарегистрировались через интернет, или через наших консультантов. Это еще возможность не только получать качественный продукт, но это возможность развивать бизнес, который будет с хорошим доходом, стабильный, и который вы сможете потом оставить в наследство своим детям.
Многие ли вы сейчас имеете бизнес, который можете оставить своим детям? Здесь такая возможность есть, если вы пожелаете развития бизнеса и оставить что-то после себя. Что еще хорошего, что когда вы зарегистрированы, вы, как и наши клиенты, можете оформлять заказы, получать заказ вам и в удобном месте, и вы можете оформлять заказ в течение 24 часов. Вы не ограничены рабочим временем какого-то из магазина. В принципе, у вас магазин круглосуточный и у вас дома. Ну вот, зарегистрировались. Стали нашими клиентами. И здесь как раз сегодня вы все наши зарегистрированные клиенты. А кто-то уже консультант, начинает консультировать других. Кто-то подумывает, возможно, о сотрудничестве. Независимо от ваших желаний, вы получили две смс-ки. А в одной смс-ке был код для подтверждения вашего номера телефона, верификации. А это одноразовое мероприятие, которое вы сделаете, подтвердите свой номер телефона. Почему важно, чтобы этого подтверждения было, и почему без него вы не можете ничего дальше сделать? Это необходимо для того, чтобы компания была уверена, что вы указали правильный номер телефона, что вы не ошиблись, что когда будут оформлены заказы, информацию, смс о том, что заказ обработан, заказ в пути, заказ доставлен, чтобы вы его получали. И, конечно, это подтверждает то, что это вы действительно желаете провести регистрацию, что не кто-то другой на ваш номер, спутавший номер свой, не сделал как бы заявку на вас. И вторая смс, которую вы получаете, это смс с уникальным регистрационным номером, номером консультанта, есть ваши личные пароли. Поэтому тоже очень важно, почему был правильный ваш номер телефона. Только с этими данными вы можете зайти на сайт Faberlic, на свой личный кабинет, на свой личный магазин. И эти данные хранятся, только вот этот пароль только у вас. Конечно, есть возможность нашим сотрудникам компании увидеть что-то, связанное с вашим заказом, или у вас, если будут вопросы какие-то уточняющие по вашим доставкам. Но пароль – это ваше личное, и только вы можете с ней зайти на ваш личный кабинет. Так как это сделать? Когда вы уже регистрированы, получили это смс, получили ваш номер консультанта, получили пароль, вы заходите на домашнюю страничку www.faberlic.com и уже видите на правом верхнем углу, у вас есть два варианта – вход и регистрация. Сейчас вы уже не используете регистрацию, вы заходите через надпись «Вход». И там вам надо заполнить, значит, регистрационный номер указать, тот, который у вас пришел на смс-ке, и эту пароль, которая у вас пришла с смс-кой. Вот тогда вы уже зайдете в свой личный кабинет, и там уже надо будет смотреть свои какие-то преимущества и информации лично для вас. Когда вы заходите, мой совет, сперва опуститесь до низу самого листа, мимо всех реклам, мимо всех предложений, до самого конца листа. И там будут три блока. Первый блок – это о компании. Здесь вы можете узнать более подробно о компании Faberlic, о ее истории. Также вы можете узнать о разработках продукции. Вы можете узнать много интересного. Извините, меня перебили. Много интересного, что относится и в разделе новости, где есть информация о каких-то акциях, о особых предложениях, о бонусных подарочных программах. Здесь вы можете узнать, если какая распродажа приближается, что вы можете в ней участвовать. Здесь очень много разных новостей и важной информации. Дальше есть раздел «Сервис». Обязательно перед тем, как вы все начнете делать, зайдите на этот раздел, посмотрите. Здесь есть информация, как оформить заказ, как правильно оплатить его, как правильно выбрать доставки, возможные способы доставки.
А какие условия по возврату товара? Но очень важный пункт – это пункт выдачи. И здесь это пункты выдачи, где вы можете получить товар. Это вы сможете увидеть уже рядом еще в третьем блоке. Как вы видите, там есть и партнерство, и пункты выдачи, и открыть каталог, посмотреть электронный, и очень много всего. Эти разделы советую вам, обязательно посмотрите. Если у вас вдруг есть вопрос по какому-то продукту, возможно, или вы хотите более подробно узнать про какую-то конкретную серию, или про у вас тип кожи, про свой тип кожи узнать, здесь очень много будут разделы, где вы можете уточнить. Вопросы к экспертам. Да, вы там можете узнать, как правильно подобрать размер одежды. Ведь у нас в каталоге размер одежды отличается от европейского. У нас указаны размеры российские. И чтобы вы правильно могли выбрать размер, зайдите, посмотрите, как правильно его выбирать, какие различия есть между этими размерами. Очень важный блок у нас партнерство. Если вы зарегистрировались, значит, вы стали партнером компании. И у вас, даже как у клиента, который хочет покупать товар, в этом разделе партнерства есть много хорошей информации. Здесь вы можете узнать, какой подарок вы можете получить при оформлении своего первого заказа. Вы можете узнать какие-то особые новинки, особые какие-то предложения, акции для вас. Также активные консультанты, которые, возможно, не первый раз делают заказ, но уже успели сделать заказ. Здесь вы можете узнать информацию о том, какие бонусные программы предлагаются для активных консультантов. Вы можете участвовать в очень много разных подарочных бонусных программах, и там все это описано. Простите, да. Также для того, чтобы не только самому смотреть, что есть на сайте, но чтобы знать, что у вас всегда есть свой помощник, свой консультант, который всегда будет рад вам помочь, который будет вашим партнером и помощником по любому вопросу, на который он только сможет вам дать ответ, это ваш консультант. Возможно, когда вы регистрировались, вы уже пришли к конкретному консультанту, регистрировались к нему. И вы его знали, он вам рекомендовал компанию, вы желали с ним сотрудничать, и вы уже его знаете. Но есть такая возможность, что вас заинтересовал какой-то вопрос конкретно, или продукт, или что-то заинтересовал, вы просто зашли и сами по себе зарегистрировались, не зная никого и не желая, возможно, ни с кем знакомиться. Но когда появляются вопросы, всегда хорошо, что есть опора, есть плечо, на который можно обратиться, спросить, уточнить все нужные вопросы. И как его найти? Когда мы заходим в свой личный кабинет, вы нажимаете, значит, на личный кабинет, и вам открывается много разных разделов, и есть раздел «Сообщество». На латышском это «Community» пишет, здесь «Сообщество». Нажмите на эту икону, и вы уже увидите свои данные и наставник. Вот это человек, который будет вашим лучшим другом в компании, который будет лучшим советчиком. Вот это человек, к которому вы можете обращаться по любому вопросу. Возможно, что-то с продукцией хотите уточнить. Возможно, у вас есть что-то при оформлении заказа, есть какие-то вопросы. Обязательно к нему обращайтесь. Здесь, конечно, я удалила имя, фамилию, но вы видите, у вас на сайте здесь ничего не будет удалено. Вы сможете увидеть своего наставника, его имя, фамилию, вы сможете увидеть его имейл, телефон. Мой вам совет. Свой вопрос пишите ему на мейл. Или если это рабочий день, в рабочее время, конечно, можете и на телефон. Но если это после работы или вечером, напишите на мейл, и консультант, ваш наставник, как только сможет, сразу вам ответит, вам поможет. Вот будьте знакомы со своим наставником.
И очень часто наставники сами уже после вашей регистрации звонят и представляются, что он ваш наставник, что он ваш помощник, если у вас вопросы, что вы можете с ним общаться. Очень хорошо, если консультант, ваш наставник вам позвонил и уже представился. Если забыли, как его зовут, например, забыли его телефон, заходите на сайт. Но также есть иногда и вопросы, которые хочется задать не только наставнику, но и сотрудникам компании. Возможно, будут вопросы какие-то непонятные с доставками. Желаете, возможно, доставку сделать в другую страну. Возможно, у вас есть вопрос по каким-то, специфический вопрос по каким-то продуктам. И тогда, конечно, необходимо обращаться к сотрудникам компании. Это можно сделать с двумя способами. Потом все это в одной истории приводит в один сайт, но или через вот наверху вы видите, там, где вы нажимали личный кабинет, открылись эти все данные, только что смотрели сообщество, а рядом находится обратная связь. Вы можете нажимать на обратную связь здесь, или, как я уже заранее вам показывала, в самом низу у нас есть тоже очень важные разделы, и под сервисом внизу вы видите «Задать вопрос». Такой надпись «Задать вопрос». Нажимая на любой из этих иконок или «Задать вопрос» или «Обратную связь», вы попадаете в такую форму, где можно задавать свои вопросы. Чем вы точнее задаете свой вопрос, тем быстрее и точнее вы получите ответ. Как это понять? Например, вы желаете уточнить, например, какой-то нюанс про какой-то из кремов. Тогда представим, что вопрос такой. Вас интересует, можно ли этим кремом пользоваться во время беременности или кормления младенца. Тогда прошу не спрашивать, кремом стерии или кремом можно пользоваться во время кормления или беременности. Но спрашивается, с кремом стерии такой-такой, артикул такой-такой, можно ли пользоваться при беременности или кормлении младенца. А если у вас будет вопрос, например, по заказу какому-то, обязательно указывайте номер заказа. Почему это важно? Потому что по продукции, например, у нас в компании есть более 10 тысяч наименований продукции. Если вы не укажете конкретный продукт, сотрудник компании может ответ дать не по тому продукту, который вас интересовал. Или не дать спрашивать вас дополнительной информации. Это, конечно, будет занимать время, и вы не сможете вовремя, возможно, получить вам желаемый вопрос. Если вопрос по заказу, в нашей компании много миллионов консультантов, и поэтому, задавая вопрос, нам необходимо знать номер заказа, чтобы мы по конкретному заказу вам могли помочь дать ответ. Поэтому, чем точнее вы зададите вопрос, тем точнее и быстрее вы получите ответ от наших сотрудников компании. Но когда вы уже посмотрели, значит, информации, как оформить заказ, какие есть возможные виды доставки, какие пункты выдачи, где можно получить заказ, когда вы уже ознакомились с информацией от экспертов, конечно, хочется уже смотреть продукты и начинать оформлять заказ. А продукцию вы можете посмотреть, как уже заранее говорила, на печатных каталогах вы можете посмотреть, ну и можете и в интернете. Это очень удобно. И значит, наверху в вашем личном кабинете есть полоса, где продукция разделена уже по категориям. Новинки, косметика, декоративная одежда и так далее. А вы можете проходить через эти разделы и наполнять свою корзину покупок через этот раздел. Также вы можете оформлять заказ через флеш-каталог, электронный каталог. Но если вы уже знаете, чего желаете, у вас под рукой печатный каталог, вы уже знаете все артикулы, которые вам интересны, предлагаю заказ оформлять по артикулу. Это очень удобный способ, это, в принципе, самый популярный из способов между консультантами. И вот эти любые варианты можете пользоваться, но если уже знаете артикул, то это будет более быстрое оформление.
Что важно при оформлении заказа? К сведению. Принимайте к сведению, что за заказу не установлена минимальная сумма. У нас нет обязательной какой-то минимальной покупки, которая должна быть. Сумма заказа может быть на любую сумму. Скидки предоставляются заказом от 19 евро. Это значит, если у вас заказ будет ниже 19 евро, вы его спокойно можете оформлять. Вам выпрыгнет окошко, что заказ будет по ценам каталога. Если заказ будет 19 евро и выше, у вас, вы увидите при оформлении заказа, у вас появится скидка, будет уменьшена цена товара. При оплате своего первого оформленного заказа возможно участие в акции «Подарки за регистрацию». Это я уже вам рассказывала внизу, когда поехали на низ странички, там было партнерство, открывая партнерство, там есть для новых консультантов указаны акции и подарок за регистрацию. И здесь нет конкретной суммы, на которой всегда должна выполниться, чтобы получить подарок. В этой ситуации каждый каталог меняется условия, потому что каждый раз предлагается другой подарок. И новые консультанты при оформлении заказа могут воспользоваться этой возможностью. Например, есть на 35 евро, когда надо оформить заказ, ты получаешь какой-то продукт. В другой раз это может быть на 23,99. Вот если вы оформляете свой первый заказ, смотрите, что компания вам предлагает в добавок. Вы можете выполнять условия и получить подарок, а можете делать меньше при желании не получать подарок. Это уже на ваше усмотрение. Очень хорошая вещь, что каталог у вас идет в каждом заказе, вы получаете следующий каталог. Как минимум одну штуку вы выбираете на том языке, который вам более удобный, понятный и более для вас уместный. Но вы можете также выбрать не только один каталог, возможно, вы хотите выбрать несколько каталогов, чтобы показать своим друзьям, родным, сестрам и так далее. Да, так что как минимум один каталог вы получаете уже следующий каталог в заказе. А получение заказа возможно для вас в более удобном месте. Это означает, что вам не надо никуда специально ехать, как это бывает с магазином. Если мне понравился какой-то магазин или продукт, я должна через весь город в этот магазин ехать. И в этой ситуации этого нету. Вы можете выбрать себе более удобное, более близкое место для получения заказа. И, конечно, имеется еще у нас плата за доставку или обслуживание. Зависимо от того, какой вид получения товара вы выбрали. Значит, какие у нас есть платы за доставку? У нас имеются агентские пункты. Агентские пункты имеются по всей Латвии. Не в каждом городе, но имеется много агентских пунктов. Также они имеются в Ирландии, Великобритании, в Болгарии, в Польше, очень много где в странах. И если вы выбрали этот вариант, что агентский пункт у вас близко и по пути, то знаете, что здесь нет платы за доставку. Здесь есть плата за сервис, за обслуживание в размере 1,5% от суммы заказа. Также в Латвии имеется услуга «Пакубодес». Это плата на эти пункты, плата за доставку будет 1,5 евро. Что очень важно, «Пакубодес» – это не постаматы, это значит маленькие магазинчики, это могут быть бензоколонки, это могут быть какие-то цветочные магазины, парикмахерские. Это небольшие предприятия, которые делают такую услугу по поставлению посылок. Значит, к ним можно отослать свой заказ и выбрать его у них. Но надо брать во внимание, что у них есть свое рабочее время, тоже как большинству мероприятий. И у них есть свое время, свои дни доставки, но плата за доставку евро 50. А есть города, где нету Инесса поняла. Значит, есть и почтовые отделения в Латвии, доставки почтовых отделений. Здесь плата за доставку евро 99 с заказом до 20 килограмм.
Если заказ тяжелее, конечно, будет еще одна плата. Что очень важно, есть города, где нету ни агентских пунктов, ни ПАКу БОДОС не предлагается. Но почтовые отделения есть почти во всех городах, во всех селах, почти по всех. Поэтому это очень удобный вид доставки тоже. Ну и, конечно, никто еще не исключил доставку на адрес. И здесь есть три варианта. С заказом от 100 евро плата за доставку будет евро 50. С заказом от 50 до 100 евро плата за доставку 2,50. А с заказом до 50 евро плата за доставку на адрес будет 3 евро 50. Это очень удобный вариант доставки в том случае, если у вас побольше заказов. Если у вас тяжелые заказы, чтобы вам никуда не идти, не таскать, не нести всю эту тяжесть на себе, курьер вам за эту плату доставляет заказ до вашего дома, и это более выгодно и физически, и иногда бывает даже финансово. Поэтому смотрите, какие есть платы, смотрите, какие возможные доставки, варианты есть у вас в вашем городе. И еще раз, возвращаясь обратно, где это все можно сперва уточнить, где вы захотите сделать доставку. Как я уже перед этим показывала, в самом низу на сайте, в третьем блоке, значит, есть пункты выдачи. Второй сверху надпись «Пункты выдачи». Зайдя на них, вы указываете страну, и уже можете выбрать, посмотреть, какие в вашей стране вообще виды доставки. Вы можете, если хотите более близко, уже указать область. Хотите еще более близко, укажите город. И вот, беря во внимание все ваши указания, система вам покажет возможные виды доставки в вашем городе или вблизи. Вы сможете уже тогда выбрать, или это агентский пункт, или ПАКу БОДА, или почтовое отделение, или это будет для вас более удобна доставка на адрес. Что еще важно? Еще одна шпаргалка для вас. Когда вы оформляете заказ, перед тем, как его подтвердить, вы выбрали продукцию, и перед тем, как вы желаете заказ подтвердить, у вас экран будет разделен в два цвета – голубой и белый фон. Что очень важно? На голубом фоне должны стоять все те продукты, которые вы выбрали по акции. Например, по продуктам акции может быть при покупке двух продуктов с серии, например, здесь Formen, продукты будут по особой цене. Я выбрала два продукта, и действительно они пошли по акции, они стоят у меня на голубом фоне. Есть такая акция «Порошок при покупке с каталога на 5.39». Я выбрала этот товар по этой акции, и он не отражается на голубом фоне. Также каталог в первом заказе по особой цене. Но я еще выбрала крема вокруг глаз, у них не было акции, и они у меня на белом фоне. Если вдруг вы видите, что товар, который вы хотели по акции, у кого предлагалась хорошая акция, вы его выбрали, но он у вас не на голубом фоне, это означает, что вы неправильно его выбрали. Вы его не выбрали по акции. Значит, есть надо быть внимательным и или пересмотреть еще раз, как вы выбрали эту акцию. Или, если вы это делаете первый или второй раз, обязательно свяжитесь со своим наставником. Помните, где можно было наставника найти? В своем личном кабинете. Личные данные и сообщество. Сообщество. Нажимаете, и там ваш наставник. Если вы еще с ним не знакомы, звоните своему наставнику, спрашивайте о помощи. Скажите, что вы хотели выбрать по акции. Но перед подтверждением вы видите, что в заказе он не на голубом экране. Что надо делать, как правильно выбрать, что не так сделано. И ваш наставник вам поможет. Вот почему вам нужен ваш наставник. Чтобы по всяким нюансам вы сразу могли у него уточнить. А самый лучший вариант, если вы свой первый заказ оформляете вместе со своим наставником, где он может вам показать сразу,
объяснить сразу, и уже на второй раз вам его помощь может быть и не нужна будет. Поэтому свяжитесь с наставником, обязательно посмотрите, что он советует, что он рассказывает, и как сделать так, чтобы все товары у вас были, как вы желали купить. Значит, шпаргалка. Акции на голубом фоне, а то, что без акций по каталогу, у нас на белом фоне. То, что я еще хотела рассказать. Есть еще один маленький момент, который надо брать во внимание. На данный момент, когда вы регистрируетесь, компания вам предлагает оплату заказа по двум этапам. Это у нас такая система есть, и отмечено это у вас ручной платеж. Возможность оплаты заказа ручной. Но есть и возможность выбрать автоматический. И сейчас я вам расскажу, что это такое, какие различия и как все это изменить. Значит, где найти вообще выбор метода ручной или автоматический? Опять в нашем личном кабинете, там, где личные данные. Откройте личные данные, и в самом правом углу стоит ячейка настройки. Зайдя на настройки, сразу вы видите, что вам будет стоять ручной, но можете переменить и выбрать автоматическую оплату заказа. Какие различия? Значит, как я уже сказала, у нас в компании оплата идет в две степени. Сперва вы со своего личного счета перечисляете деньги на свой личный счет компании Faberlic. Это как копилка, как ваш такой еще один банковский конт, как островок, где ваши деньги стоят. И потом с этого личного счета вы должны подтвердить оплату конкретного заказа, пока у него не появятся вот такие зеленые буквочки, заказ оплачен. А это если вы делаете это вручную. Значит, вы с своего личного счета еще делаете одну остановку на личный счет компании Faberlic ваш, и тогда делаете оплату. Это в ситуации ручной оплаты. Если вы выбираете автоматический способ оплаты, тогда, когда вы делаете перечисление, вам уже денежки автоматически оплачивает заказ. И вам не надо самому вручную это подтверждение оплаты заказа делать. Как знать, что лучше выбрать? Продавцы в компании Faberlic, которые консультанты продают продукты клиентам, которые обслуживают клиентов. Или у нас есть руководители бизнеса, здесь партнеры по сотрудничеству. Они иногда зачисляют больше сумму, чем необходимо оплатить конкретный заказ. Взяли просто, внесли деньги на счет, и потом уже, когда оформляют заказ, вот с этой копилки постепенно оплачивают все заказы. Консультанты, клиенты, которые клиенты себе берут, им это как бы нет необходимости что-то больше зачислять, потом потратить. Но каждый делает по-своему. Поэтому они зачисляют обычно точную сумму. И уже здесь можно выбрать автоматический метод, чтобы деньги, зачисленные на конт, сразу пошли на оплату конкретного заказа по конкретной сумме. Вот чем отличаются эти методы. Ручной – два шага, автоматический – один шаг. Что еще? Да, Инесса Линда озвучила, пожалуйста, данные доставки в остальные страны. На данный момент я не смогу вам подсказать доставку в других странах. Это, вы понимаете, это весь Евросоюз, мне надо наизусть знать. Но, значит, то, что знаю, то, что смогу, помогу. В Ирландии, Великобритании у нас имеются агентские пункты, но также там есть доставка на адрес 6-7 фунтов, около 6-7 фунтов, 6-7 евро за доставку на адрес. Извините, что не могу сказать точную сумму.
В Германии у нас нет агентских пунктов, поэтому консультанты, которые оформляют доставку в Германии, платят 5 евро за доставку на дом. Но есть очень много стран, у которых доставка на адрес стоит от 12 до 21 евро. И в каждой стране эта доставка будет разная. Разная, поскольку доставка курьерской службы тоже разная. Плата за курьерскую службу разная. Но есть одно такое определение, что с заказом до 100 евро доставка на дом будет дороже, чем с заказом от 100 евро. Если вам необходимо более подробно узнать оплату за доставку, вы можете мне лично написать. Я вам вышлю информацию по всем странам Евросоюза, и вы сможете там уже точно все увидеть, и оплаты, и доставки. Эта информация имеется. Инес, поэтому, если желание есть, пишите мне на mail. Я вам обязательно вышлю информацию. Но тем, что вы делаете заказы, это не все еще. Как я уже говорила, у нас есть и консультанты, которые обслуживают других клиентов. Также есть у нас партнеры по бизнесу. Поэтому в компании Faberlic есть еще возможность развивать свой бизнес вместе Faberlic. И что очень важно, в компании Faberlic имеется маркетинг-план. Маркетинг-план, скажу честно, уникальный, имеет 23 ступеньки развития и возможностей. На каждой этой ступеньке развития имеются новые предложения, новые бонусы, новые возможности заработка и, конечно, более большого дохода. В маркетинг-плане все, как говорится, важные вещи начинаются с уровня под названием директор. Это хорошее название. А почему начинаются, как я говорю, все важные моменты? Потому что директор уже имеет определенный статус, он имеет определенные навыки, он уже становится полноправным бизнес-партнером компании Faberlic, и его доход в среднем начинается от 1000 евро в месяц. Это достаточно приличный доход, от которого можно уже начинать и развивать свой бизнес дальше. Поскольку компания очень оценивает своих консультантов, которые развивают бизнес, которые сотрудничают, которые становятся партнерами. Компания предлагает очень много разных мотивационных программ для клиентов, для консультантов, для VIP-консультантов, которые VIP-консультанты для нас те, которые самые большие заказы оформляют. Они становятся VIP-ами. Также есть мотивационные программы для наших бизнес-партнеров, которые развивают свои структуры, привлекая новых клиентов, привлекая новых консультантов, рекомендуя, рекламируя нашу компанию. И компании за это рекламирование, за это работу, которую она не проделает, платят комиссионные деньги. Это и есть тот доход около 1000 евро в месяц, про который я говорила. Но чтобы был интерес не только тем директорам, которые уже развивают свой бизнес, еще более расширять свой бизнес, но и для вас, новых консультантов, чтобы у вас был мотивация более стремительно, активно принять участие в жизни компании, компания сделала особую программу для вас, это называется бонус быстрого старта. Как я уже говорила, с директора все начинается. Все интересное, все хорошее. Он получает около 1000 евро в месяц. А бонус быстрого старта вам предлагает получить бонус в течение полгода, зарабатывать вы можете дополнительно от 1000 евро бонус до 6,5. Одноразовый бонус. Если вы стремительно развиваете бизнес, если вы быстро учитесь, если вы заинтересованы зарабатывать, то этот бонус как раз для вас. От момента регистрации в течение 9 каталогов
у вас есть возможность заработать бонус даже 6,5 тысяч. Одноразовый. При том, что у вас уже доход будет не менее 1000 евро в месяц. Но это еще не все. На второе полугодие, если вы еще раз подтверждаете нужные вещи, сделаете нужную работу, вы получаете столько же, сколько у вас был быстрый бонус. Значит, или 1000, или 1500, или 3500, даже 6500 вы можете получать. Это реальные деньги, и это, как я уже раньше вам говорила, это бизнес, возможность бизнеса без границ. И действительно, это без границ не только по странам, но и по доходам. Это возможность вам самим заработать в год дополнительно еще 13 тысяч, потому что вы уже будете постоянно иметь достаточно хороший доход. Заинтересовало? Интрига есть? Очень хорошо. Сейчас надо не думать, а начинать действовать, потому что в течение 9 каталогов, а это означает полгода, надо еще много успеть что сделать. Но вы будете знать, за что вы это делаете, из-за чего вы так много работаете, потому что доход вы будете получать необыкновенный. И такой мотивации у нас никогда не было. Поэтому используйте эту возможность, что вы сейчас начали сотрудничать с компанией. И что еще важно, с вами всегда будут люди, которые будут заинтересованы в ваш успех и в ваш бизнес, которые будут вашими партнерами. И как я уже вам перед этим рассказывала, показывала, у вас есть наставник. Помните, где его найти? В вашем личном кабинете, сообществе. Это ваш наставник. Звоните ему, спрашивайте. Милый мой наставник, я хочу развивать бизнес. Я новичок, еще ничего не знаю. Мне интересует, как можно заработать хорошие деньги и бонус быстрого старта. Менеджер рассказывал, меня это интересует. Расскажи мне, покажи, я хочу это делать. Я хочу зарабатывать деньги. И ваш наставник, ваш лучший друг, ваш помощник. В большинстве случаев и будет тот, с которым вы дальше пойдете руку об руку, и который вам поможет развивать бизнес. Но вы не одни. В ситуации, если ваш наставник сам бизнес не очень развивает, не очень знает этот бизнес, у вас есть еще один, ваш вышестоящий директор. Как я сказала, с директором все интересное начинает. Человек, который уже заслужил как минимум статус директора, который знает, как достичь успех, как достичь хороший доход, как получать бонусы, и который знает, что то, что компании предлагает, это все реально, это все вовремя всегда, это заработано честно, тогда вы его тоже можете найти на своем сайте, он нигде не спрятался. Он постоянно с вами рядом. И это вы увидите в личном кабинете с курсором, когда находите на личный кабинет, вам открывается окошко, где в самом верху написано «консультант». А в многих ситуациях окажется, что это тот же консультант, кому вы уже зарегистрировались, потому что он не только консультант, он же успешный партнер в компании под названием как минимум директор. Но может быть так, что вы зарегистрировались под одного наставника, но бизнесом больше занимается другой человек, который выше статусом. И вот он вот здесь, он не спрятался, он ряд, как раз у вас под носом. На данный момент вы не видите его данные, потому что я их закрасила, потому что это не ваш директор. Но здесь вы увидите своего директора. И если у вас вопросы по бизнесу, обязательно обращайтесь к нему. Сперва к наставнику, и если надо, обращайтесь к директору. Также, если у вас есть вопросы по бонусу быстрого старта, я здесь. Я здесь для вас. Я региональный менеджер нескольких стран. Я вам помогу. Я вам посоветую. Буду стоять рядом с вами.
Будем мы вместе с директором придумывать для вас интересные методы. Ваш наставник вам покажет, как он бизнес развивает, что он может вам предложить из своих знаний. Я буду с вами вместе обучающие вебинары проводить. Будем придумывать новый ноу-хау, как еще привлечь и сделать ваш бизнес интересным. Будем работать над планированием все вместе. Будем помогать вам получать деньги. И если у вас желание есть, то помните, информируйте своего наставника, что вы желаете развивать бизнес. С наставником можете обращаться и к директору, но можете обращаться и ко мне. Все мы заинтересованы в ваш успех, и меня это действительно радует в этой компании. Но на данный момент жду от вас заявления от ваших наставников, директоров, кто заинтересовался, кому нужна будет наша поддержка и помощь. И в других вебинарах, в других встречах уже будем говорить о другом. У нас очень много обучений. И как для клиентов, и как для консультантов, и для наших партнеров. Поэтому будем сотрудничать в дальнейшем. Я рада, что вы сегодня подключились. Жду новых партнеров по сотрудничеству с бонусом быстрого развития, а также много-много директоров, которые хотят еще развиваться больше и хотят еще больше денег получать. Благодарю вас, что вы подключились. Спасибо вам всем. И уже до встречи, до следующих разов. Хорошего вам дня. Будьте успешны.